Всем привет, вы на канале Дэвид Притэч. Сегодня я покажу вам, как делать вот такую вот классную картинку 12+. Для этого нам нужно зайти в Adobe Express, можете зайти через веб-версию, но я начал. По сути, она сделана через Microsoft Edge. Что ж, для этого нам нужно Create from Scratch Instagram Scroll, чтобы была квадратная картинка 20+. Короче, и теперь начинаем. Нам лучше сделать что-то типа прозрачного, но мы удалим фон потом. Получается, оставляем белый фон, и теперь тут есть разные вещи. Например, можно искать общий поиск. Ваши вещи, то, что я загрузил. Шаблоны, медиа, смс, текст. А зверь тут можно оттенок как-то скачать. Сетки, ну, я думаю, нам это не нужно. Дополнение. Это уже немножечко другие программы. Ну, короче, вы поняли. Теперь есть попробуйте премиум, потому что, в принципе, базовый хватает. Мы должны сделать вот здесь shapes. Или equals, но лучше shapes. И теперь вводим цифру в круг. Лучше ищите на английском, потому что больше результатов выйдет. Так вот. Все, вот мы сделали. И теперь выбираем вот такой цирку. И теперь берем, редактируем размер, чтобы потом можно было поставить. Все, раз. И теперь добавляем сам текст. Мы будем над этим много работать. Короче, добавляем и пишем 12+. Она выглядит вообще по-дурацки. Но мы сейчас немножечко отредактируем. Потом не было никаких проблем. Sorg Sans Pro, как я и говорил. Sorg Sans Pro 12+. Вот такая стиляжная фотография. Но мне не очень нравится. Поэтому нужно добавить bold. Это тот же самый шрифт. Просто что-то вот надо немножечко поредактировать. Slow-mo. Получилось что-то вот такое. Достаточно красивое. И сейчас мы сделаем еще загружать. Download. Так, все, загрузилось. Теперь нам нужно удалить фон, потому что это не очень так красиво смотрится. Заходим, опять возвращаемся. Тут есть такое, нажимаем на плюс. И тут вроде бы можно Quick Action. Так, тут надо сделать Remove Background. Так, и вот выбираем нашу. Сделаем download, и все получилось достаточно красиво. Теперь я лично хочу поставить это на мой канал. Я все замазываю, чтобы не было рекламы. Вот мой канал. Сделаем настроить вид канала, если вы хотите. Все это будет сделано сейчас слово, чтобы вам не было скучно. Трендинг. Изменить. Так. Загрузки. По-моему. Вот этот. Все, готово. И делаем опубликовать. Теперь можно просто зайти на мой канал. Видео, например, самый популярный видос. Все, 12+. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.